вместе с музыкантами-моряками выступает эстрадный вокальный ансамбль «Судьи юные Александровцы». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры России Александр Белюк, хормейстер Оксана Торкова. Когда происходились потешные полки, бояре веселились, смеялись мужики. Вот царская забава, и было не тогда, что здесь родичи славы, живительный песок. Что здесь родичи славы, живительный песок. Так поет забава, так поет потеха. Кто прежде почищался, сегодня не до смеха. Кто прежде почищался, сегодня не до смеха. Знаменские барабанщики Красногорского центра духовной культуры.